По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, за сутки на Колыме зарегистрировали 46 новых случаев заражения COVID-19. За весь период в Магаданской области заболели 4311 человек, выздоровели 3066 колымчан. На коронавирусную инфекцию обследовали 87 079 жителей области. Специалисты напоминают, что маска – это простое средство профилактики болезни, и в общественных местах ее нужно надевать всегда.